В Стерлитамаке стартовал международный юношеский турнир по гандболу. Игры проходят во Дворце спорта. Прибыли команды из Красноярска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, а также гандболисты из Казахстана. Башкортостан на соревнованиях представляют две сборные команды, костяк которых составляют спортсмены Стерлитамака. Вот мы выставили вторую команду. Она базируется у нас в Стерлитамаке. Тренер Турунц Вячеслав Николаевич. В основном все его ребята. Они 2000 года рождения, они младше по возрасту, вот этих, то, что 98-99, они помладше. Но все равно у них есть возможность побороться за призовые места. Команда Солтона, которую тренирует Олег Геннадьевич, ну, они постарше, должны быть первыми. Это предположение, конечно, как получится. Гандболисты Стерлитамака тренируются в ДЮСШ номер 2 под руководством 4 тренеров. Секцию принимают с 9 лет.